Полнометражный фильм «Ангелы Чарли» вышел в прокат 14 ноября. Посмотревшие ленту кинокритики оставили смешанные отзывы. Одни ругали сценарий и говорили, что не хватает искры, другие же отметили юмор и блестящую игру актеров. Режиссер ленты, американка Элизабет Бэнкс, она же в компании Джея Басу, Крейга Мазина и Сэмми Челлес, стала соавтором сценария. Создатели ленты пообещали полную перезагрузку культовой медиафраншизы. Еще бы! Ведь одну из главных ролей исполнила Кристин Стюарт. Ее коллегами по детективному бюро Таусенд стали Наоми Скотт и Элла Болинска. Красоткам предстоит побороться со злодеями, похитившими из военной лаборатории убийственный заряд, трансформирующий электроволны. Для проникновения в логово неприятеля девушки маскируются под экзотических танцовщиц. Но выясняется, что борьба со злом только началась. За мелким преступником скрывается куда более влиятельная фигура. Кэти Райф заявила, что фильм похож на блестящую, но пустую, отремонтированную квартиру. А шуточки о женской любви к сыру и гигантским шкафам создают ощущение непристойной поздравительной открытки. Зато о совместной работе Кристен и Патрика Стюартов она сказала, что они не родственники, но они являются лучшей частью «Ангелов Чарли», хотя и эта ситуацию не спасает. Здесь нет большого набора действий а-ля «Миссия невыполнима» и ни одной строки запоминающегося диалога. Если кто-то создаст супернарезку лучших моментов Кристен на любом приложении типа YouTube, то это станет более впечатляющим, чем фильм, говорил журналист Кимбер Мейерс. А ты любишь фильм «Ангелы Чарли»? Сходил бы в кино? Либо ты уже был? Обязательно оставь свое впечатление в комментариях. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!